сегодня темное пиво. Это львовское лев темное, темное. Пастеризованное dark beer, то есть черное пиво, темное. В принципе, я недавно делал обзор на лев белое, это лев черное, темное. У них было, по-моему, темное, честно говоря, я не помню. У них брал портер. Львовская. Сейчас очень много темных сортов выпускает Рубердом. Опять же, это львовская. Но именно самого львовская, что-то то ли я не встречал, то ли я не знаю. Не помню я, что это. В общем, взял. Взял на пробу, я небольшой любитель темного пива. Но надо обозревать. Посему было куплено. И сейчас мы его попробуем. Я такой бокальчик от Гиннесса. Будет почти в масть. В принципе, иногда портеры хорошо заходят, особенно зимой. Но, в принципе, я небольшой любитель. Иногда хочется, но это бывает крайне редко. Аромат почти не чувствительный, но присутствует карамельная нотка. Потому что обычно бывает такое, вот я прямо такой, ух, вышибает дух. Карамель отдает. Здесь так еле-еле. Почти не чувствуется. Вот реально надо обнюхиваться, чтобы ощутить. Я так думаю, что оно будет горьковатое и отдавать карамелю будет немножко хотя бы. Попробуем. На вкус оно скорее шоколадное. То есть не карамелью дает, а шоколадом. На самом деле приятный, но, как по мне, тяжеловатый. Вкус. Присутствует горчинка, кислинка, небольшая сладость. И вот я же говорю, почему-то именно не карамельный, а шоколадный аромат. В принципе, прикольный, конечно. Но это чисто на любителя. То есть я небольшой любитель, так выпить бутылочку я могу между делом, но в целом не мое. Довольно легкая. То есть, при том, что здесь 4,7 алкоголя, это немного для темного пива. Так что у него вкус такой не сильно отличается от светлого. Но вот присутствует именно вот такая шоколадная какая-то вкусовая нотка. В целом неплохо. Не мое, правда. Но это-то я выпил. Кроется гибель где? В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво, губит людей вода.